В Мирном состоялся круглый стол по обсуждению инициативы женского движения «За жизнь» по подготовке законопроекта о запрете абортов. Актуальная тема собрала для обсуждения студентов, медицинских работников, педагогов и представителей общественных организаций. Татьяна Магит продолжит тему. Тема запрета абортов не нова и всегда имеет множество аспектов. Однако сегодня шумиха в СМИ поднялась из-за того, что патриарх Кирилл предложил вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Логика в этом есть. Налогоплательщики не обязаны платить за детоубийство. Вот традиционные религиозные организации для Российской Федерации всегда однозначно классифицировали аборт как детоубийство. Но убийство – это есть одно из страшных грехов и одна из заповедей, которая существует в христианстве. Это заповедь, которая гласит «не убий». Инициатором проведения круглого стола стал мирминский актив Народной партии «За женщин России». И здесь мнение однозначного тоже не возникло. Вопрос этот далеко не простой. Его нельзя решить одним взмахом пера. Вопрос стоит того, чтобы его обсуждали. Необходимы комплексные меры поддержки семей в разрешении жилищных и материальных проблем, изменения в целом института семьи, усиление роли и ответственности отцов. Полный запрет этой процедуры может повлечь за собой увеличение количества нелегальных абортов. Лично я считаю, что в нашей стране вводить запреты на аборт пока еще рано, подобный законопроект не готов к применению, он не будет действовать в том смысле, в котором надеются законодатели. Основной группой риска по-прежнему остаются школьницы и студентки. Главным фактором снижения количества абортов является профилактическая работа. Это информирование молодежи и доступность для них контрацептивов, работа психологов и священников, а также комплексная система по поддержке молодых будущих мам, которые еще не приняли для себя решение, родиться малышу или нет. Татьяна Магит, Елена Бруй, Роман Ларин. Специально для телерадиокомпании «Алмазный край».